В этом сезоне в Рязани будут функционировать 6 городских пляжей. Они должны открыться на озере Ореховое, в Солочиной реке Старица, около санатория Старица и на Лысой горе, а также на первом, втором и третьем Барковских карьерах. Пляжи будут открыты для отдыхающих по мере снятия ограничительных мер. Подготовку и обслуживание пляжей на Барковских карьерах и реке Старица будут осуществлять инвесторы. Дирекция благоустройства города с привлечением подрядной организации займется озером в лесопарке, а также водоемом в районе Лысой горы. Некоторые работы уже начались. В настоящее время уже проведено водолазное обследование дна, мест купания. Эксплуатирующими организациями проводятся работы по санитарной уборке территории, пляжей. Большое внимание будет уделено вопросу безопасности людей. При этом важно не только правильно вести себя на воде, не отпускать от себя детей, не купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Важно будет соблюдать меры предосторожности, связанные с коронавирусом. Сейчас, по информации Роспотребнадзора, которой мы располагаем, мы понимаем, что открытие мест отдыха, в том числе городских пляжей, будет возможно на третьем этапе выхода из ситуации коронавирусной инфекции. И, соответственно, однозначно отдых жителей будет обеспечен соблюдением дистанции социальной и мер защиты безопасности. Пока точной даты открытия пляжей нет. Информация о начале их работы появится на сайте городской администрации.